У меня дела. Да иди уже. Надо не справиться. О, привет, Эль! Хай! Привет, Маш! Мы с Танькой на зенит собрались. Пойдешь с нами? Куда? Ну, это как шопинг, только без денег. А, понятно. Нет, у меня репетиции, да еще и эти. Куда собрались стоять? На концерт позови. Окей, ладно. Привет. 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 Заходите. Ты в моей девушке. Ты уверена? Да, конечно, я же не маленькая. Давай лучше выходи. Ну, ладно, смотри у меня. Все, иди. Вот сюда садись давай. Да. Только сиди тут, никуда не уходи. Читай книжку. Понял? Садись. Спасибо. А как же я? Там есть такая прикольная горка, самая первая. Она самая высокая, держи. Классно. Короче, они самые клёвые. Держи. Спасибо. Еще там есть горка, которая чуть-чуть там есть воронка. Давай 15. Дочка, мне попробовать. Да ну вас всех! Макар! 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 Не оставляла. Может быть, тебе просто приснилось, что я на тебя так его не оставляла? Что это тебе приснилось? И вообще, это свой брат, а не мой. Ты его ищи. Ну, нашли. Нет. Нет. И вообще, пойду я искать его на улицу. Ты со мной? Да, только у меня нету ключей от квартиры. А ты? А мне мама не разрешает гулять от меня на улице. Да ладно, ладно, я прикрою. Без тебя справлюсь. А я прикрою. Подождите, я с вами! Я.
Нифига себе, какие каблуки. Я бы на таких даже стоять не могла. Вон Кристина доходит. С ее крутыми ногами только на таких ходить. Да, она жирная, как корова. Еще я ее вчера с Юрой видела. Да ладно. Да я тебе отвечаю. А что сразу не сказала? Ну, не хотела тебя расстраивать. О, Макар. О, а ты тут один, что ли? Ты один, да? А где Маша? Пошли его отведем. Да у меня ноги болят. Ну, пошли на трамвай отвезем. Пошли. А ты не видела случайно моего брата Макара, 2 годика? А как он выглядел? Такой в черненькой шляпке, и в белой кофте, и еще такой... Пиджачок, жилеточка. Ну да, жилеточка такая черненькая. И черт, смотрите, это Макар! Да, это да, он? Это он! Вы его ищете? Да! Ты где его фоткала? Не помню, по-моему, где-то там. А ты можешь нам это показать? Да, конечно, пошли. Вот здесь это было. Да-да, похоже. Точно. Осторожно, двери закрываем. Где же Макар тогда? Ух ты! Какой маленький поезд. Ну что, к бабушке поедем? Блин, ну что теперь делать? Где она вообще репетирует? В подвале, наверное, у нее телефон весь день не отвечает. И что теперь делать? Целый день с ним возиться? Может, куда-нибудь багрить попробовать. Кому? Ой, вон там, смотри, там Анька из 5-го подъезда. Может, ей получится? О, точно. Эй, а у вас молоко убежало? Какое еще молоко? В шляпе. А где Макар? Оказывается, одному гулять не так уж и весело. Ну вот, все. Если бы ты была внимательнее, ты бы и ребенка бы не упустила. И шпагат бы научилась делать. Я и так хорошо шпагат делаю. Я прошу тебя делать продольный. Ты сказал поперечный. Продольный. Поперечный. Продольный. Поперечный. Продольный. Поперечный. Продольный. Привет. Привет. А вы случайно не знаете, где мой брат? Видели? Видели. Вот туда побежал. Вот туда побежал. А нет, туда. 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 Добрый день, Лёва. Ё-моё. Че, пацан, хочешь, тебе научу слова писать? Ну, я знаю только короткие. А ты-то хоть знаешь какие-нибудь?
Пацан, ты где? Ушел куда-то. Найдется что, не пропадет же. Мальчик, нельзя рисовать на стенах. Девочка, а тебе не учили, что нельзя на улице разговаривать с незнакомыми людьми? Иди отсюда. Смотрите, это же Макар. Да, он. Мальчик, а ты не видел такого маленького мальчика? Два годика. Два годика, да. В черной шляпе? Да. В белой рубашке? Да. С подтяжкой? Да. И? Вот же ты его нарисовал. Я его все-таки видел. Он побежал вон туда, вот за тот серый дом. Там есть дверь, на ней написано «Мусороприемник». Спасибо. Спасибо. Нет, что. Ребята, это здесь. Я туда не пойду, там пауки, там темно. Нет. Я тоже не пойду, у меня скоро заболеюсь. Нет, нет. Я не могу. Я бы пошел, но у меня ботинки скользят. Понятно. Майя, ты прекрасная сестра, ты не виновата. Это я его выпустила. Кого? Кого? Ну, Макара я выпустила, я ему открыла. Зачем? Мне было завидно то, что вы меня не берете играть. Я пойду в подвал первым. Боишься. Мой папа тоже темноты боится. Все равно ты мне нравишься. У меня есть прекрасная идея! Так. Так. Так, если мы здесь, то когда мы идем туда? Все добрые привидения. Идем искать ваших родителей?
Пойдемте. О, Василий! О, Вась! Ты что тут делаешь? Ребята, у вас кот убежал. Майя! Макар! Было лучше. Я тебе говорю, ну в синий, так как безэшка, ну так клёво. Девочки, девочки! Где? Кто? Зачем? Макар, Майя, где? Мама, где остальные? Только вот Макар и Аня Санька оставили. Да. Блин, ну вы нормальные! Макар! Макар! Маш, ты была права. Я плохая сестра. Я потеряла Макар. Господи, чудо ты мое. Смотри. Макар? Макар! А самое главное, что я нашел себе подружку, которая тоже любит гулять, как и я.